Рав, а если я уже чувствую, полностью отчаявшись в своих силах и своих способностях, а пока еще не обращаюсь к Творцу, где моя проблема? Лень? И в тебе, и в них. Поскольку есть леность, нет объединения настолько, что ты не чувствуешь, что ты вообще объединен с ними. И они находятся в покое, и ты. Ты должен явиться к ним и сказать: «Ребята, состояние совсем нехорошее. Нет даже начала объединения между нами. Что мы делаем? И что можно сделать?» Начинайте. Ну. Рав, спросить можно? Ну. А в чем роль каждого товарища в десятке по отношению к остальным товарищам, чтобы побуждать? Ответственный за всю десятку. Но как я могу побудить всех к молитве? Как я могу привести всех к общей просьбе? Я не знаю. Спляши перед ними, спой перед ними. Давай им примеры хорошие и плохие. Но только ты ответственный. Я ответственный? Это моя проблема, чтобы это довести до десятки, чтобы они молились за меня? Нет, ты не ответственный за то, чтобы привнести свои проблемы в десятку. Ты ответственный за объединение десятки в единое целое. Как мы можем почувствовать проблему каждого личную и сделать это ман, который поднимается от всей десятки? Одна просьба. И об этом вы должны поговорить между собой и пробудить друг друга. Да? Если вы это не будете делать, это не сработает. Это не будет работать. Мы из-за нашей лености, небрежения вызываем только большее давление на себя, страдания. Не дай Бог, мы можем прийти к состоянию, когда мы начнем, как группа Бнейбарух, не дай Бог, мы начнем получать такие удары, которых нет у человечества. И мы получим это намного более ужасным образом, чем остальные. Чтобы те говорили: смотрите, что происходит с теми, кто учит Каббалу.